Вначале Елена Добрина осмотрела строительную площадку. На сегодняшний день разработан котлован, идет установка фундаментной плиты. Ведутся работы по выносу теплотрассы действующей, согласованно с ПТО ГХ, городского хозяйства. Ну и, соответственно, дальше протекает на вторую захватку, разработка второй очереди фундамента. Отставание от графика работ, по словам Руслана Тимиргалеева, составляет 3 недели. Генподрядчик объясняет причину задержки в переносе сетей кабельной линии. Но по обещаниям заместителя генерального директора компании «Стройпрестиж» Олега Петрушина, темпы будут наращиваться. И в ближайшее время строители войдут в график. Но руководство районной администрации хочет видеть будущее. Какие планы организации на вот? Когда мы цоколь увидим? Когда мы этажи увидим? Возведение подземной части заканчивается 28 августа, и возведение, начало работ по возведению надземной части с 18, ну, наверное, по захваткам идет, да, с 18 августа начинается работать по надземной части. То есть 27 ноября мы, получается, входим в кровлю, или выходим уже с кровли? С кровли. И теплый контур у нас появляется, когда к отделочным работам приступаем? Это реально? Да. Также обсуждались вопросы документации. В строительстве участвуют разные организации, и руководителю проекта не всегда вовремя удается получить те или иные документы, расчеты, справки. Контроль за исполнением назначен в течение недели. Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.